Здравствуйте! В этом видео мы расскажем, как легко и быстро купить криптовалюту и пополнить кабинет Money Magnet при помощи сервиса CryptoBot. Ну, для начала, после просмотра данного видео инструкции, нужно перейти в сервис CryptoBot. Ссылку вы найдете как раз под этим видео. Чтобы в нем зарегистрироваться, нам всего лишь нужно перейти в этот сервис. Нажимаем «Начать», и мы уже с вами зарегистрировались. Когда мы вошли в сервис CryptoBot, нам нужно попасть в раздел «Market». Нажимаем кнопочку «Market». Далее нам нужно нажать кнопочку «Купить». После того, как мы нажали кнопочку «Купить», при первой сделке нам будет предложено выбрать валюту, в которой мы будем совершать сделку. В данном случае я выбираю рубли. Далее нам нужно выбрать криптовалюту, которую мы хотим приобрести. Мы выбираем Tether USDT. Далее нам нужно выбрать банк, с карты которого мы будем осуществлять сделку. В данном случае выбираем Сбербанк. Далее нам нужно выбрать необходимое количество криптовалюты, которую нам нужно для пополнения кабинета. Нам нужно купить 217 USDT. Поэтому я выбираю вот эту сделку на 237. Далее нам нужно нажать кнопочку «Купить». При первой сделке нам нужно будет ознакомиться с правилами маркета. Поэтому нам нужно сначала согласиться. Нажимаем «Начнем». Далее «Хорошо», «Хорошо», «Хорошо». И далее очень важно, нужно ввести фразу «Да, я подтверждаю», так как написано здесь внизу, с запятой и точкой в конце. Да, запятая, я подтверждаю, точка. И именно так, как здесь написано. После слова «подтверждаю» пробела нет, точка вот прям один в один. Нажимаем «Все». У нас все получилось. Теперь нам нужно снова нажать кнопочку «Купить USDT». И нужно будет указать то количество USDT, которое мы хотим купить. В данном случае нужно купить 217 USDT. Нам нужно пополнить на 215, но нужно учитывать, что при переводе в кабинет Money Magnet с нас будет удерживаться комиссия с сервисом CryptoBot. Поэтому нужно купить 217. С нас будет удержано $1.5. Далее мы нажимаем «Создать сделку». Все, ждем сделку, когда ее примет продавец. Мы будем ожидать нашу сделку. Все, продавец принял сделку. Теперь нужно посмотреть реквизиты. Мы смотрим реквизиты. Вот нам прислали карту Сбербанк. Мы копируем этот номер карты и оплачиваем необходимую сумму. Нужно оплатить сумму копейку в копейку. Здесь написано: отправьте 14 365 рублей 40 копеек, точка 4. Соответственно, вот эту сумму нужно ровно отправить по указанным реквизитам. После того, как мы оплатили, мы нажимаем кнопочку «Оплата отправлена». Подтверждаем еще раз и ждем, когда продавец проверит, что деньги получил, и подтвердит нашу сделку. Все, продавец подтвердил сделку. Теперь нам нужно нажать на кнопочку «Меню» и зайти в наш кошелек. Нажимаем «Open Wallet». Все, мы видим, что у нас Tether 217. То есть мы сделку совершили успешно. После того, как мы приобрели криптовалюту USDT в сервисе CryptoBot, теперь нам нужно пополнить наш кабинет Money Magnet. Для этого нам нужно вернуться в наш кабинет, наш бот. Заходим в нашего бота. Теперь нам нужно будет нажать на кнопочку «Пополнить баланс». Теперь нам пришло сообщение: укажите сумму, на которую вы хотите пополнить баланс. Нужно указать нужную сумму. В данном случае я указываю сумму 15. Далее нужно внимательно прочитать сообщение, которое вам пришло, чтобы дальше все сделать правильно.
Для пополнения баланса отправьте точное количество USDT TRC20, которое прислал бот ниже, на наш кошелек до и в указанное время. Что это означает сообщение? Это означает, что нужно прислать именно ту сумму, которую указал бот. Эта сумма является уникальной. И нужно сделать это в течение часа. Следующее. Обязательно учитывайте комиссию при отправке. Она зависит от кошелька, который вы используете. Здесь нужно учитывать, что на вашем кошельке должно быть немножечко больше денег. И также нужно учитывать, что некоторые сервисы комиссию считают по-разному. Некоторые сервисы комиссию сверх суммы, некоторые сервисы комиссию включают в сумму. Это очень важно учитывать, чтобы именно в конечном итоге сумма пришла правильная. Но криптобот, как раз сервис, который мы сейчас используем, он сумму комиссии накидывает сверху. Поэтому придет ровно та сумма, которая нам нужна. Далее, бот автоматически определит поступление средств и уведомит вас об этом. И важно вот здесь прочитать предупреждение. Сумма, которая не соответствует указанной и отправлена позже указанного времени, зачислена не будет. Поэтому, друзья, вот тут вот очень внимательно. И рекомендация. Рекомендуем скопировать сумму. Что мы сейчас и будем делать. Но перед тем, как скопировать сумму, сначала нужно скопировать номер кошелька, куда мы будем отправлять. Нажимаем скопировать. Переходим обратно в нашего криптобота. Теперь, если у нас уже открыт кошелек, то можно дальше двинуться. Но на всякий случай повторим. Нужно в меню. Верхняя, Open Wallet. Wallet — это кошелек. Open Wallet нажимаем. Открывается снова кошелек. Теперь нужно нажать на кнопочку «Вывести». Нажали на кнопочку «Вывести». Выбираем USDT. И дальше выбираем протокол. Tron TRC20, как указано в сообщении в кабинете Money Magnet. Нажали. Теперь нужно прислать кошелек, который мы скопировали. Вставляем. Все, теперь он просит прислать сумму, которую мы хотим отправить. Вот это самое важное. Вернуться назад и скопировать ту сумму, которую нам прислал бот. То есть мы ее скопировали, чтобы никаких ошибок не было. Неважно, какая сумма пришла здесь. Важно ее скопировать. Возвращаемся в криптобот. Присылаем сумму. Все. Теперь просто нужно подтвердить, нажать подтвердить. Все, вот тут можно посмотреть транзакцию, хэш транзакции, но далее возвращаемся в нашего бота Money Magnet и ожидаем. Приблизительно в течение минуты произойдет зачисление. Все, друзья, зачисление произошло, теперь мы можем просто перейти в стол. Нужно выбрать пол. В данном случае я выбираю мужской, чтобы нам назначилась аватарка. И все, мы можем открыть наш стол и дальше пользоваться полноценно нашим ботом Money Magnet. Все, друзья, мы можем себя наблюдать на столе. Огромное спасибо. Всем больших чеков и больших результатов.